Всем привет! Это урок 1А, расширение к уроку номер 1. Я здесь расскажу довольно скучные вещи, но полезные. Урок будет состоять из двух частей. Вот у нас есть документации по Roblox, есть встроенные функции и переменные из Эклуа а есть также встроенные функции и переменные в Roblox. Это две разные вещи, но в Roblox есть и то, и другое. Ну, давайте Начнем с встроенных функций переменных Lua. Функция assert. Эта функция помогает отлаживать вашу программу. Ну, давайте посмотрим, как она работает. Так, я приготовил скрипт. В сервер скрипт сервис создал скрипт. И здесь я буду какие-то кусочки кода запускать. Так, ну давайте посмотрим, что за Assert. Так, читаем. Вызывает ошибку, если в значении, ну, вторым аргументом в ассерте вы передаете ложь или нил. Или ничего не передаете. И возвращает... Значение, которое, которое было передано в эту функцию. Если все хорошо происходит. Если ошибка происходит, то выскакивает ошибка вот с таким сообщением: Assertion fail. Так, ну, для чего это нужно делать? Например, вы должны проверить, что возраст ваших игроков. Ну, это я совершенно от балды пример пишу. Допустим, вы выяснили, что возраст э, как то текущего игрока 15, э, тогда вы должны прекратить работу вашей игры, если H э, так, так, так здесь должна быть истина, чтобы все произошло отлично, чтобы не выскочило никакой ошибки. Так, если H больше 13 так, 13 так ну все нормально давайте возраст теперь изменим на 13 лет и посмотрим появится ли ошибка да у нас появилась ошибка игроку должно быть больше 13 лет а в ключевых здесь может быть что угодно например, так. 2 плюс 2 равно 5. Должно быть 4. Это очередной пример еще одной проверки с помощью асерта. Сейчас должна ошибка, конечно, выскочить. Да, должно быть 4. Кстати, на любое сообщение, вот здесь, в output, не только на ошибку можно нажать. Вот смотрите, я нажал на ошибку, у меня сразу курсор перескочил на ту строчку, где ошибка красным цветом. Также я могу перескакивать на все сообщения, которые были выведены. Например, вот встроенная функция языка Lua. Щелкнули, и мы появились, да, вот на первой строчке, где был этот вывод. Это очень удобно при отладке вашей программы. Всегда следите за тем, где выскочила ошибка. Вот. Хоть какая-то польза. Так, нажимаю Стоп. Угу. А, давайте сделаем дважды 2. Два, ой, 2 плюс 2 равно 4. А, и еще, кстати, вот этот ассерт. Стоит этому ассерту выскочить. Если произошла какая-то ошибка красная, то дальше ваш скрипт со следующей строчки не продолжается. Он остановился на этой строке, и все. Ничего здесь выполнено не будет. Это предотвращает вас от совершения каких-нибудь страшных ошибок. Например, у вас огромная игра, где вы готовите набор вещей, валюты какой-нибудь локальной, еще чего-то, проверяете, все должно соответствовать, все должно быть хорошо. Вот. Если, не дай бог, у вас произошла какая-нибудь ошибка, чтобы дальше не происходило дублирование предметов или раздача всем валюты на халяву. Ну, может быть, такой пространный пример. В общем, программисты на языке Lua, не только в Roblox, они используют Assert для отладки своих программ. Если они не пользуются отладчиком. Так, дальше что за такая вещь? Коллет Гербач. Ну, вообще эта функция в Lua, она много что может делать, но в Roblox мы можем ее вызвать только с параметром с параметром count. Эта функция должна выдать нам то ли свободное место, то ли сколько у нас свободное место памяти, то ли наоборот, сколько занято. Так, что она пишет? Count. Ага. Если мы вызываем скаунта, а без каунта нельзя. Вызывать. Другие не работают опции этой функции. Возвращает общее количество памяти, которое использовано в Lua. Ну, Давайте посмотрим, сколько наша пустая игра использовала в килобайтах памяти. 66 килобайт. Вот игра с одним человечком пустая, с таким пустым скриптом, уже 66 килобайт использовала. Причем, я так понимаю, что считаются только объекты. Графика не считается. Вот эти вот скины. Футболочки и так далее, не считаются. Ладно, для нас это, в принципе, бесполезная функция. Но если вы пишете большую игру, вы можете в каких-то местах, наверное, в моментах игры проверять, сколько памяти занято, и предпринимать оптимизацию вашего кода. Так, error. Можно в любой момент, в любой момент остановить вашу игру. Если в каком-то условии вы узнали, что у вас ошибка, например, так if 3 умножить на 3 не равно 9, then вызываем ошибку. Так, вот это поняли, это не равно. Тильда равно, это значит не равно в этом языке. Так, по умолчанию написано, что если мы здесь никакой параметр не сообщаем, то появится сообщение вот такое. Смотрите, если мы здесь напишем nil, то появится вот это сообщение, вот эта строчка. Произошла ошибка. Никакого ну, сообщения об этой ошибке от ло. А мы можем не нил писать, а можем написать какая ошибка. 3 умножить на 3 должно быть равно 9. Так. Ну и тут уровень. Уровень единичка. Сейчас я расскажу, что за уровень можно э, в этой функции задавать. Так. Извините. Э, да, э, условия я заведомо ложные. Э, это же не ассерт. Я тут перепутал, извините. Так, ну неважно. Если, допустим, здесь мы какую-нибудь э, ошибку, допустим, у игрока здоровье отрицательное, еще что-то, вот мы можем вывести какую-то ошибку. Но, опять же, этот error, он для настоящей игры не нужен. Он нужен только для отладки. Потому что, если играет игрок в вашу игру, произошла ошибка и у вас просто становится э, ваша игра. Есть, конечно, одно исключение, про него чуть попозже расскажу. Давайте запустим, посмотрим должно сейчас опять красная ошибка произошла. Вот написано мое сообщение. 3 на 3 должно быть равно 9. Нажали, перешли. А вот здесь в output э, окошки нажали, перешли. Там, где выскочила наша ошибка. Остановили. Так. И написано, появилось, появилось голубенькие такие надписи. Начало стека, здесь написано, сервер скрипт сервер хоба line 9. Это значит, с девятой строчки вот этого скрипта произошла ошибка. Давайте про левел почитаем. Так, где у нас написано? А, ну еще без левела. Если функция, содержащая ошибку, не была вызвана из защищенной функции пикол. Дальше у нас такая штука будет, тогда скрипт, который вызвала функция, остановится на том месте, где вот эта ошибка у нас вызвана. Ну и ошибка никогда ничего не возвращает она работает как ошибка в вашем скрипте. Ну, вы же знаете, у вас иногда ошибки сами по себе возникают. Вы в коде что-то не то сделали, вот красная ошибка. Э эта функция вызывает вот именно такую, такую же точную ошибку. Так. А аргумент level, вот где мы единичка поставили, да, он показывает, э тут написано, по позицию ошибки. Если использован уровень 1 по умолчанию, мы, значит, можем этот аргумент не указывать. Мы можем только сообщение текста указывать, да, без единицы. То тогда вам покажут просто, где эта ошибка произошла. Если мы укажем level 2, то тогда нам покажут как бы функцию, из которой было вызвано... Так, ну давайте вот сделаем вот так заранее извиняюсь, что такой скучненький урок. Но ну, может быть, кому-нибудь он поможет. Поможет. Так. И давайте сравним. Опять же, уровень 1 у нас остался. Мы эту функцию сейчас вызовем. Смотрим. Вот видите, в первом уровне у нас написано, что в десятой строчке произошла ошибка, а дальше у нас есть еще строчка, откуда была вызвана функция, в которой произошла ошибка. А функцию мы здесь вызвали. Видите, 14. Вот так. Давайте теперь попробуем двойку здесь поставим. Посмотрим, как изменится. Может быть, еще одну функцию оставим. Нет, ну, в принципе, ничего не изменилось. Так. Ага, давайте сделаем еще одну функцию. Например, вот так. Fun2. А из нее буду вызывать фан 1 Вот, а теперь вызываю фан 2 Угу. Так, ну вот нам показали, что сама ошибка произошла здесь, а функция, в которой произошла ошибка, она была вызвана из этой функции, а эта функция была вызвана здесь, самого скрипта. Так, ну и написано, что если мы нулевой уровень передадим, то никакого дополнительного сообщения об о том, где произошла ошибка, не будет выводиться. Ну, давайте проверим. Выводится все как и было. Ладно, ставим это на их совести. Тут еще будут в документации интересные места. Если я где-то не прав, пожалуйста, в комментариях пишите. так get FNF. возвращает текущее окружение, которое использовано а, функцией. Так, ну и будет оно возвращено как массив. Так, ну, ребят, у, у меня будут отдельные уроки, это по языку Lua, или просто посмотрите, про таблицы, мета-таблицы в языке Lua. А, вот это вот мы тоже пропустим, getMetaTable, так таблица имеет отношение. А, про это тоже урок а, пары итератора пропустим loadFile файл функция. Ну тут написано, что эта штука loadFile файл загружает lua файл по указанному пути и возвращает его как функцию. Незапущенную функцию. Мы можем написать, например, а присвоить loadFile, файл, указать здесь какой-то путь, а потом а эту можем запустить как функция а скобка скобка ну написано это используется внутри роблокса и поэтому не имеет никакого практического использования для разработчиков ну ладно зачем они тогда здесь это написали loadstring а, можно а загружает код на языке Lua из строчки и возвращает как функцию а, ну и в отличие от языка стандарта там, Lua 5.1, Roblox не умеет загружать из бинарных строк. Вот. Нужно только э, использовать текст. Что это означает? Мы можем, например, ну, я покажу, но это я не думаю, что вы будете использовать. Так, эту функцию, чтобы у нас ничего не прерывалось, не будем писать. Так, покрупнее сделал. Так, а, например, local s присвоить print 55. Print 55. И сделаем вот так. Load s и присвоить какой-нибудь 3 Сейчас посмотрим, как это сработает. Кстати, разработчики Roblox постоянно ищут защиты от всяких читеров, хакеров, поэтому некоторые функции перестают работать, некоторые работают с определенной оговоркой, некоторые работают только из локальных скриптов, некоторые работают, например, из скриптов, которые где-то в хранилище и так далее. Про это будут отдельные уроки, это все, к сожалению, сложно. Так, запустим. Если все нормально, я вам объясняю, как работает. Так. Ага, ну вот, привет. В документации есть, а мне написано, что, извините, load string мы не предоставляем. Ну хорошо. Так, давайте дальше пойдем по устаревшему. New proxy, это тоже имеет отношение к мета-таблицам. Next это имеет отношение к итераторам для перебора элементов таблицы. Pairs – то же самое. Вот пикол. Пикол интересная штука. Вызывает функцию. Вот она первым у нас аргументом передается в пикол заданными аргументами в защищенном режиме. Это означает, что если вызываем функции, вот которую мы здесь вызываем, какая-нибудь ошибка произошла то пикол перехватит эту ошибку, вернет там, ее э, номер этой ошибки. ну Тут написано не номер, а true или false. Ну, мы посмотрим. А, ну написано. Если true, если истина, то значит все, успешно мы эту программу, функцию запустили без всяких ошибок. Э, и тогда, если ошибок не было, то пикол дальше вернет еще и результаты. Picol. ну вот здесь вот он вернет а, после первого результата да. а если произошла ошибка то пикол а, вернет просто а, false и еще сообщение об ошибке ну, давайте попробуем вот у нас есть же ошибка функция которая а, ошибку генерирует вот фан 1 а, давайте мы ее запустим без фан 2 просто фан 1 как бы повторяем то что было еще раз прошу прощения, что скучненько или непонятненько. Вот фан 1. Вот сейчас ошибка выскочит. Вот она выскочила. И дальше наша программа не работает. А, как можно понять, что она не работает? Но ну, если мы, например, а, какой-нибудь вот принт сделаем да, дальше. Давайте я его раскомментирую. Этот принт я должен был раскомментировать, когда мы перейдем к встроенным функциям Roblox. Но это уже скоро. Вот уже осталось чуть-чуть. Вот сюда. Так по крайней мере, если у нас ошибка не произошла, у нас должна напечататься еще и встроенная э, строчка встроенной функции Roblox. Увы, не напечаталась. Вот у нас встроенная функция Lua, а та строчка не напечаталась, потому что после ошибки, после вот этой красной строки, она у нас вот здесь. Э, скрипт прекратил работать. А давайте мы его запустим теперь в Пиколе. Пикол, защищенный запуск функции запустили. Так, ребята, что-то у меня тоже не сработало. Так, пикол функция и аргументы. Ага. А, ребят, извините, я... <год> Не надо, я здесь вызов к функции сделал, скобка-скобка. Не надо. Для защищенного вызова мы должны а, запускать ее так. И, например, вот еще что сделаем. Текст. <год> так. текст я показываю как этой функции которую мы вызываем можно передать можно ее с аргументом с каким-то вызвать чтобы в параметре текст появилось значение привет запускаем и все отлично на экран вывелось слово «Привет», что это означает? Что значит, наша функция запустилась в защищенном режиме FAN1. «Привет» написался, а этот error не вывелся на экран. Но он же куда-то делся. Давайте теперь воспользуемся обработчиком ошибки. Узнаем. Вернула функция. Что вернула нам функция? Так, ну вот как сделаем. Смотрим, что она возвращает нам. Локал. Окей. Окей. И что там, ну, например, result. Придется занести в переменные это все, чтобы мы могли здесь поставить условия if. not ok, если ошибка произошла, то тогда мы здесь напишем error. Error, чтобы у нас остановилось. А в error у нас попадет сообщение, текстовое сообщение. Так. А иначе, если все хорошо, то сделаем печать. Все хорошо и результат. Функция вернула, и вот какое, которое значение будет у нас, которая вернет эта функция. Но сейчас вы помните, что у нас она всегда, она проходит сюда, так, а вот здесь мы должны возвращать какое значение. Давайте 42 будем возвращать. Если не знаете, почему 42, посмотрите фильм или прочитайте книжку. Так, произошла ошибка. Наш код, код, D, вот этот, вот, вот здесь вот код, вот этот, вывел ошибку вместо вывода ошибки здесь. Перехват совершил. Давайте теперь закомментируем эту ошибку, чтобы функция у нас всегда срабатывала без ошибки. Отлично, мы видим, что напечатался привет здесь. Ретурн из функции вернул значение результат 42, да? И мы его вывели вот здесь. Что же происходит? Когда мы запускаем пикол, здесь идет ссылка на нашу функцию, переменная, где лежит имя этой функции. Не имя лежит, наша функция. Вот. Если функция проходит, вот эта вот функция, если она запускается и никакой ошибки не происходит, то вот эта функция пикол возвращает в первом результате true. Значит, в OK присвоено true. И если функция возвращала какой-нибудь результат return, да, она его присваивает сюда, в следующую переменную, которую я здесь написал. Я им назвал result. В результате вот этот return 42, он вернулся сюда, 42. Итак, в OK true. Если не true, то делай то-то. Ошибку вводи. Нет, мы сюда не проходим. Мы проходим на else. Иначе. И здесь все хорошо. Выводим результат. Ну, ладно. Надеюсь, понятно. Если непонятно, то в принципе пикол работает так же, как в языке Lua. Можете посмотреть в других местах, почитать документацию. Так, ну с принтом вы знакомы. Принт выводит в окошко output. Мы тут пользовались и написано кортеж каких-то параметров. Что за кортеж? Это означает, что не надо все строчки склеивать, как в Lua. Можно склеить строчки, знаете. Вот одна строчка, потом пишем точка, точка и другая строчка. Вот так две строчки склеить в одну и вывести. Нет, можно не заморачиваться. Это же для отладки все делается. Видите, я здесь запятую просто поставил. Не стал ничего склеивать. Вот. Если вам нужно как-то красиво отформатировать э, строчку, при выводе нужно использовать string формат. Так, print. О, о, классная штука. Вот эти три, три штуки просто классные. Если у вас большая игра, много игроков, у них много каких-то серьезных данных. Raw и quвал. Дело в том, что а, что делает эта функция? Видите, у нее два аргумента. v1, v2. Она проверяет, равны ли v1 и v2 без вызова всяких метаметодов. Метаметоды вы узнаете, когда прочитаете или посмотрите уроки. У меня их нет пока. Про таблицы в языке Lua это самый быстрый вариант сравнения двух значений, который только есть в языке Lua. Бывает, что если вы какой-то цикл, в цикле что-то сравниваете большое количество, если вы вместо равно равно будете использовать row equal, то скорость может возрасти ну, там, в 10 раз вашего скрипта. Row get – это получение из, из таблицы. Вот видите, как обычно вы из таблицы получаете по индексу. Указываете имя вашей таблицы, номер элемента, первый 1, 2, 3, 4, ну и так далее, до длинной таблицы. А здесь есть специальная функция – очень быстро получить элемент из таблицы. Итак, пишем row get, здесь имя таблицы нашей идет, переменная, да, и индекс, например, единица, двойка, тройка и так далее. А чтобы занести в таблицу точно так же быстрее, там, 10 раз или еще раз, или еще быстрее, то есть row set. Здесь пишем имя таблицы, здесь пишем в какую позицию, ну, в какой, по какому индексу занести и какое значение. Так, дальше. Ну, вот эта штука немножко устаревшая, но, может быть, вам пригодится так ну например давайте дальше будем смотреть не помню как выводится у нас так давайте единица а здесь у нас идет элемент 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте посмотрим, что выведет. Так, я во время запущенного сеанса менял текст, и мне Roblox Studio говорит, вы сделали изменения в скрипте, пока играли. Хотите, чтобы мы эти изменения оставили? Ну, конечно, я хочу. Так, теперь запускаем еще раз. И смотрим. Выдано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Угу. Так, смотрим на скрипт. Что вот эта штука делает? Select? Select, она возвращает список аргументов. Как бы там написано кортеж. Ну, в общем, через запятую такие значения с указанного элемента. Вот я здесь указал единица, так что она с первого мне указ... вернула э, все как есть, 1 до 4 до конца. Давайте, например, с пятого сейчас посмотрим, с пятого элемента, что она вернет. Да, вот 5, 6, 7, 8, 9 вернулось. Естественно, там могут быть, конечно, не только числа, там могут быть какие-нибудь текст, далее. Да, вот все отлично. Так, есть еще один параметр. Можно вместо числа здесь строку указать, а в ней решетку. И она вернет количество, сколько всего вот у нас через запятую здесь перечислено аргументов. Должно 10. Да, 10, потому что я еще текстовый добавил. Ну вот такая штука. Давайте дальше идем, смотрим. Я тут уже засыпаю. Set Env тоже мы это пропустим, ребята, а, пока что. Set Table тоже пропустим. To Number. To Number в принципе хорошая функция, наверное, да не наверное. А, она пытается превратить первый аргумент, который мы сюда, сюда подай, э, передаем, в число. Господи, я уже русские слова забываю. Ну, в общем, если у нас здесь 10, то будет десятичное число. Можно 16 указать, будет шестнадцатеричное, Двойка двоичная. Давайте попробуем. Это скорее для решения каких-то олимпиадных задач подходит. Давайте вот так. Число 10. И пусть оно будет в десятичной, в десятичной системе счисления ворк print 10 в десятичную. Ну, десяточка должна получиться. Да, десяточка. Давайте теперь в шестнадцатеричный код пере... В шестнадцатеричном там 16 должно быть. Как 10 в шестнадцатеричном записывается. Что-то, ребят, я не понял. А, -а, а, или я не понял? <с> так, вообще в роблоксе а или я просто изменил скрипт, но не перезапускал? Здесь двойка. Так, ребята, давайте еще раз читаем. Что-то совершенно не понимаю. Так. А, все понял. Угу. Итак, конвертирует аргумент в число указанного указанной системы счисления. Если оно не может быть конвертировано, тогда функция вернет nil. И вот это вот Счисление базовое может быть от 2 до 36, включительно, значит, от 2 до 36. Если будет использовано больше 10, то символ А, неважно в большом или маленьком регистре, интерпретируется как 10. Б интерпретируется как 11 и так далее. Z интерпретируется как 35. Вот. А в десятичное счисление по умолчанию число может иметь десятичную часть ну и экспоненту экспоненциальную. А в других системах счисления только беззнаковые целые числа принимаются. Так, ну давайте попробуем, значит, немножко не так. Вот шестнадцатеричная пишем пример А. Что у нас будет А в шестнадцатеричном? Десятка. Так, что у нас будет Б в шестнадцатеричном? Одиннадцать. Ну понятно. Значит, здесь указываем число в виде строки. И указываем какое-то число. Шестеричное, десятичное и так далее. Вот, например, давайте попробуем двоичное. Например. И укажем, что-то было в двоичном. Так. вам так не понять. Давайте я двоечку напишу. Вот двойка в двоичном. Должно вернуть двойку. Ну, все отлично. Давайте дальше идем. По этому тоскливому <laughs> уроку 1А. Type. В принципе, полезная штука. Может быть, я не буду его демонстрировать. Хотя нет, давайте посмотрим. Type. Возвращает тип аргумента. Как строку. И возможные результаты такие. Nil так, число. Так, подождите. А, тут написано, нил возвращается в виде как строчка. Строка. А не значение нил может, может быть вернуто. А если мы передаем нил, например. Это, это, кстати, важное замечание. А в кавычках это значит строчка число. Строка. Boolean переменная, таблица, функция, поток или user data. Так, ну давайте посмотрим, для чего, во-первых, это можно использовать. Если у вас какая-то хорошая функция написана, очень умная, и у вас в эту функцию можно передавать различные виды аргумент принимает и различные типы значений и ведет себя функция по-разному. Например, смотрите. Ну, фан, функцию назову супер. Суперфан. Субфан. У меня здесь будет один э, параметр. Назову его b. И давайте эта функция, если у меня параметр число, то она выведет на экран это число умноженное на 2. Мы пишем так. И в type b если тип число, тогда print b умножить на 2. Хорошо. Else if. Если у нас тип Б строка. Тогда мы выводим, что это строка. И саму строчку выводим. Вот так. Так, ну давайте саму строчку. Вот Б. Если какой-то другой тип, мы ничего не выводим. А если нам передадут nil, сейчас увидите, else if, то мы как-нибудь этого пользователя умника обзовем. мое подсознание, наверное, пишет. Так, ну давайте теперь нашу сапфан вызовем. Как вы думаете, что наш сапфан выдаст? Я так не могу, заканчиваю урок уже. Почему? Потому что переменной B нет. Мы ее нигде не определяли. А давайте мы определим переменную b и давайте мы в нее присвоим, например, число 10. Теперь опять запустим, да, да, мы хотим сохранить это, запускаем. Видите, двадцатка вывелась Все отлично, 10 умножилось на 2. Так, а давайте мы теперь а, в наше, в наше вот это вот p занесем не число, а строчку 10. Видите, я в кавычках. Это строка. Теперь суперфан. Та же функция. Я не меняю ни строчки в этом суперфане. И она пишет нам. Это строка, братан. Десяточка. Отлично. Так, и что еще можно? А, nil, nil я уже запускал. Ну, можно просто nil занести. А можно, давайте не nil, а вызовем а, с boolean. True или false. Истинная ложь. Давайте. Наша функция в этом случае ничего не должна сделать, потому что она сравнивает только с числом, со строкой и с нилом. Мы, конечно, можем добавить сюда else, чтобы она реагировала. Но сейчас наша функция ничего не выведет. Все отлично. С предыдущего примера двоечка вывелась, а здесь ничего. Идем дальше. О, классная штучка есть Unpack. У меня урок есть про эту функцию. А, ну что делает Unpack? Она... Ладно, покажем. Пусть это тура будет очень длинный. Можно останавливать и продолжать э, смотреть, когда надо. Функция unpack встроена в язык ло. Она классная. Unpack. Так, вот смотрите. У вас есть какая-нибудь таблица. Local T. И в ней. Э, и в ней указан возраст игроков. Так. Ага, ну все отлично. Он покругается, что я им... Ну, давайте Т передам. Так. В общем, есть у вас огромная-огромная таблица, в которой какие-то значения. Есть, хотите вы найти самое большое число? Как вы его будете искать? Циклом перебором. Но у нас же есть волшебная функция а, математическая. МАКС. И она возвращает самое большое число с переданных аргументов. Кстати, эта функция, по-моему, поумнела. Туда можно передать напрямую таблицу. Давайте посмотрим. Если так, придумаю другой пример, как вам продемонстрировать этот Unpack. Что-то у меня не сработало. Так, print. Uh -huh. А давайте вот так укажем, 1, 2, 3. Здесь должно выдать выдаст число 3. Выдать. Да. Все отлично. Значит, здесь не работает этот умный способ. Здесь слово стандартный. Итак, <coughs> у нас есть математическая функция из библиотеки, которая из а, списка через запятую, видите? аргументы нашей функции их может быть много сколько угодно мы передали 1 2 3 4, 1 2 3 но они через запятую это не таблица а если у нас есть таблица и мы хотим узнать максимальное число из таблицы просто так работать не будет я вам только что показывал мы можем распаковать с помощью вот этой функции мы можем табличку превратить вот такой вот список аргументов функции. И тогда у нас все сработает. Мы должны получить 344, насколько я понимаю. Все сработало отлично. Ну, это такой трюк полезный. Может быть, вам пригодится. Вдаваться я сильно не буду в это. Про это есть документация. XP-Call. То же самое, что P-Call защищенный вызов функции. Помните, мы с перехватом ошибки делали. Так. Ну, написано, что эта функция подобна пикол. Кроме того, что вы можете установить свой перехватчик ошибок. xp вызывает функцию вот эту f первым аргументом, который идет в защищенном режиме, используя ER – это вот еще одна функция, да? как перехватчик ошибки. Если какая-нибудь ошибка внутри F нашей функции выскочит, то xpcall перехватит эту ошибку и вызовет в результате функцию, которую мы передали здесь. И этой функции будет передан оригинальный объект ошибки. И вернет тоже какой-то код статуса. Так. Написано, что это первый результат в статусе. А, ну понятно, это как в, в пиколе, что если true, то все успешно произошло без ошибок. Если вернет false, то тогда произошла ошибка и также э, внутри этой функции будут следующими аргументами еще добавленные э, результаты этой функции. Но я демонстрировать наверное не буду тоже. Если вам нужен пикол, вы разберетесь и с X пиколом. Так. Переменные. Ну про это я тоже где-то уже говорил. Если вы хотите, чтобы переменную было видно среди всех скриптов ваших, вы в курсе, наверное, что даже глобальные переменные, вот переменную, когда вы объявляете и не пишете слово local, она все равно видна только внутри этого скрипта. А если вы хотите, чтобы переменная какая-нибудь, например, my2, чтобы она видна была еще из другого скрипта, вот давайте здесь, например, сделаем так скрипт, который еще один. И здесь я сделаю цикл while true do Здесь будем печатать переменную g как я там ее назвал gmy ага. Возможно, этот скрипт запустится первым и поэтому вначале он не будет печатать Ой, ой, ребят, надо паузу сделать. Да, вот видите, у меня подвисло. Когда вы делаете бесконечный цикл, то сейчас Roblox определит, что у меня какая-то, вот написано game timeout. Да, вот здесь timeout у нас произошел. Давайте здесь сделаем wait, wait, например, wait одна секунда, чтобы каждую секунду у меня печаталось значение GMI. И вот уже печатается двоечка, двоечка, двоечка. Понятно. Вот таким способом мы из одного скрипта поделились переменной в другом скрипте. Не помню номер урока, но где-то... А, где сжигали фонари? Я вот этим воспользовался. А давайте еще такую вещь посмотрим. Вы знаете, что есть такой алиас, чтобы писать некрасивую почерк G. Мы можем писать вот так, шарит. Шарит. А там мы даже оставили почерк G. Так, ребят, не работает. Я вообще это читал в документации, но сам не пользовался. Может они шарятся в другом? Шарит нет. Вот подсвеченное слово. Странно. Это что, две глобальные отдельные таблицы? Ну, будем знать. Спасибо уроку. Что у нас почерк же и шарит. Они как-то вот в своих областях. Так что вот можете писать более красиво. Кто знает английский язык, шарит. Это значит, в русский язык уже немножко вошло жаргонное слово. Расшаренное. Так, что у нас еще тут осталось? Вершин. Можно напечатать версию языка Lua которые используется в нашем Роблоксе. Print version. Давайте посмотрим действительно какая версия у нас тут. Lua 5.1 используется. Ну хорошо. Так, все. На этом у нас закончились переменные встроенные переменные и функции языка Lua и давайте переходим к встроенными в Roblox. Ох, как их тут тоже много. Нет, давайте я добью, пусть в этом будет уроки все. Так. Delay, классная штука. Ах, давайте сначала я здесь закомментирую. Хорошо бы и этот скрипт, конечно, стереть. Но мне здесь будет кое-что полезно. Так, ну вот это мы сотрем нам не надо. Не надо. Функция пусть остается. Так, вот эту тоже уберем. Ладно. Будем писать вот здесь. Строй функции Roblox. Итак, какая у нас функция delay? Классная штучка. Написано, что функция delay как бы откладывает запуск функции заданной на определенное количество секунд без остановки текущего потока. Эта функция позволяет нескольким потокам быть запущенным ну, параллельно из одного и того же стека. Ой, как звучит все это умно и непонятно. Ну сейчас мы посмотрим на примере. Delay это функция может иметь минимальную задержку в 29 миллисекунд. Но этот минимум может быть выше в зависимости от того, ну, от как, какой у вас FPS, например, ну и от различных тоже условий, которые там на сервере, на вашем клиенте. Вот. Но в принципе обычно приближается к тому числу, к той задержке, которую вы указываете в функции. Просто может быть чуть-чуть больше. Если вы не указываете параметр, вот этот delay time, то минимальная длительность будет использована. Так что вот эти 29 миллисекунд. Так, ну я обычно использую что-то в районе секунды. Давайте посмотрим, что же можно сделать. Так, всякий subfun, чтобы у меня печати тут не было. Все это убираем. 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 Помните, у меня есть функция, вот fun. Она печатает какой-то текст. Так. Она теперь будет печатать Yo и какой-то текст. Там все. Убираем. То, что она возвращает, тут тоже не важно. Fun 1. В общем, мы знаем, что у нас есть. Так, давайте запустим... Ничего на экране не должно быть. Все хорошо, функция. Так, ребята. Это я закомментирую. Это я закомментирую. Не надо нам тоже лишних запусков. Боюсь удалить лишнее, чтобы не набирать потом текст. Так, итак, у нас в результате осталась вот одна функция. Ну, какая-то еще, которую я не запускаю уже. Переменную тоже убираем. Вот это все убираем. Так, тоже нам это не нужно. Это не нужно. Итак. Delay. Имя функции. Fan1. И запустить ее. Так, ребят, сначала, сначала задержка. Да? Через сколько запустить этот фан? Давайте через 3 секунды. Через 3 секунды после того, как на экране будет напечатана встроенная функция Roblox. Запускаем фан. Передам тут какой-то текст. Посмотрим, сработает или нет. Раз, два, три. Сработало. Йо, троечка. Отлично. Так. А, что же она напечатала? Вот как происходит. Смотрите. Так. Если вот так сделаем. Я пока, извините, не объясняю. Просто мы смотрим. Опять читаем: 1, 2, 3. Ага, второе значение. Так, давайте еще раз изменим. Теперь 2. Сейчас все объясню. Просто смотрю, можно ли передавать в эту функцию отложенную параметры какие-нибудь. Ага, нельзя. Ладно, ребята. Так, сейчас будем все объяснять. В отложенной функции, которую мы вызываем, мы можем сделать два параметра. В первый параметр будет приходить то число, которое мы, на которое мы попросили задержать запуск этой функции. Вот троечка. Сейчас увидите, как все это происходит. Вот теперь чистый запуск. Насчет чистого запуска. Давайте я все стираю, все, 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 все мы с нуля начинаем. Итак, есть функция fun, которая печатает на экране yo и а, аргумент, который пришел в параметр dur. Запускаем, ждем 3 секунды, вот, yo троечка. Видите, не совсем три секунды прошло, а три секунды, и еще там из-за нашего FPS, допустим, еще один кадрик отрисовался, и вот получилась задержка не 3 секунды, а 3.006, но это почти три секунды. Вот. Это очень близко. Так, что же происходит? Мы можем, например, сделать вот так. Здесь пятерка, здесь четверка, Здесь пятерка. Видите, мы запускаем. А здесь будет print, чтобы вы поняли, в каком порядке все это происходит. А здесь мы пишем ⁇ Ждем ⁇ Ждем, когда урок этот кончится. Второй функции ⁇ ждем ⁇ Первая вышла, вторая, третья. Классно, да? Итак, смотрим. Значит, мы запрограммировали, мы как поставили будильник. Запусти через 4 секунды фан, запусти этот же фан через 5 секунд, запусти этот же фан через 3 секунды. А помните, еще минимальная есть какая-то. Минимальная, минимальная задержка это вот нил. Мы должны здесь поставить нил. Тогда самая-самая маленькая пауза, которая может произойти. 39 миллисекунд. Или 29 миллисекунд там написано. Так, запускаем. Ну, я думаю, вот это с Нилом первая, да, вот она уже сработала. 0,4, значит, через полсекунды она сработала. Потом сработала через 3 секунды, через 3, 4, через 5. Отлично. Уже вы уже придумали, как можно это использовать? В каких-нибудь часовых механизмах, в открываниях дверей, в ловушках интересных. Так, и причем эти все функции запускаются в параллельных процессах. Так что, если у нас здесь цикл какой-нибудь, а, uh, не for, while, while true, do. Давайте будем выводить какую-нибудь точку, бесконечный цикл. Не забудем здесь wait. Wait 0.25. Запускаем. Все это будет происходить параллельно. Вот у нас точечки печатаются. Еще один раз функция отложена еще раз. Все клево. Если что, еще раз пересмотрите и поймете, потому что этот delay классная штука. Давайте дальше смотрим. Debugger менеджер на самом деле написано: возвращает класс Debugger менеджера для того, чтобы отлаживать интерфейс для отладки Roblox. Мы это использовать, ну, наверное, не можем. Мы, наверное, встроенным отладчиком про это, наверное, будет какой-нибудь урок. Не скоро. Так, что такое elapsed time? Возвращая... Функция такая встроенная в Roblox. Возвращает сколько времени произошло с, текущ... с запуска текущего инстанса роблокса. В общем, сколько произошло... прошло времени с запуска Roblox Studio. И написано, считать начинает время с того момента, когда вы запустили Roblox Studio. А я уже очень давно Roblox Studio запустил. Написано не просто, когда вы Place открываете, там создаете, а именно, когда запустили эту программу. Давайте сейчас посмотрим, уже снемся. Давайте будем печатать не точку, а будем печатать, вот сколько этого времени прошло. Вот это уже в секундах 5000 319 секунд, 320 и так далее. И видите, наши функции там все еще вызывались. Отлично. Для чего это можно использовать? Ну, в принципе, тоже для какого-то отсчета момента времени. Например, вам нужно посчитать, за сколько игрок преодолеет, например, второй этап вашей гонки. Он пробегает ворота, финиш первого этапа, и вы засекаете в переменную, в какую-нибудь э, занесли время elapsed time конкретно этого игрока. Дальше, когда он добегает до следующих ворот, вы берете из этой функции со скобочками, вы читаете ту переменную, в которой сохранили время от предыдущих ворот. И у вас получается в секундах время, за сколько он пробежал этот этап. Но есть другие счетчики, которые возвращают время э, в роблоксе, так что можно ими будет пользоваться. Так, ну здесь у нас load library, это уже deprecated, это уже все устарело нельзя использовать. Почему они совсем не удалили? Ну, не знаю. Плогин менеджер тоже. Все, убрали, убрали. Require. Require, про это будет, наверное, отдельный урок. Это такая штука, как можно, например, вы сделали очень много игр. Например, 10. Пока вы делали эти 10 игр, у вас скопилась классная библиотека скриптов для управления монстрами вашими, зомби, там, еще там для работы с валютой вашей игровой и так далее. Вы можете такой скрипт сделать как модуль. Он будет общий для всех ваших игр, опубликованных в 10. Например, в 11 игре лежит этот модуль. Если вы этот модуль обновляете, а в других играх вы этот модуль подключаете не текстом, не вот как здесь вот у меня текст набран, а по коду этого модуля из той игры. То стоит в одном месте обновить этот модуль, текст, исправить ошибки, например, у вас ошибки. Эти ошибки исправятся сразу во всех 10 других ваших играх, в которых вы использовали этот, этот модуль. А, ну вот как-то так. Про это тоже должен быть отдельный урок. Просто я это говорю, что вот есть такой стиль а, программирования наверное, у тех, кто много денег зарабатывает в Роблоксе. вот они какую-то библиотеку со своими модулями ведут, она у них для всех игр используется, вот они следят, и исправляют в ней ошибки. Spawn, классная штука, она очень напоминает Delay. Вот читаю, что эта штучка, функция делает, запускает указанную функцию, которую мы здесь указываем, в параллельном, в отдельном потоке без приостановки текущего потока. И эта функция будет запущена в следующее время, когда ну, расписание Roblox, внутреннее расписание, будет свободно при следующем обновлении. Так что как только сможет, так и запущен, запустит. Давайте сделаем какой-нибудь FAN2 и будем его спавнить. Так, ну ладно, пусть будет у нас так, ребят не то я нажал скриншот сохранился так вау пусть он говорит вау и мы его будем спавнить вот здесь Каждые 025 секунды мы будем спавном запускать функцию по имени фан 2 а и она может тоже она может иметь какой-то свой свой цикл. Ну вот вы увидите, как все это параллельно работает. Local и e присвоить один. А здесь мы сделаем цикл for. А, ну тогда мне этот не нужен, наверное. Я буду счетчик показывать в цикле for. For и e равно от 1 до 10. Do. Делай, печатай. Вау. Wow. здесь у нас будет и. E. А, нет. Да, и. E. А здесь будем еще дур писать. Если, я не знаю, приходит, а, есть ли параметр. Так. Итак, если мы просто запустим этот фар, ой, фар фан 2, то у нас 10 раз. Давайте-ка я ее запущу. Без всяких этих спаунов сейчас. Давайте просто я здесь запущу фан 2, и мы посмотрим, что этот фан 2 вообще делает. Он должен цифры, числа должна вывести. Так, останавливаемся и смотрим, что фан 2 вывел. Он вывел в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Когда он их вывел, вот смотрите, когда эта функция закончилась, только тогда пошел следующий цикл. Пошла вот эта вот крутится вещь. А сейчас мы сделаем так, чтобы это все работало одновременно. Или одновременно. Вот так. Запускаем. И смотрим, что у нас на экране появляется. Ой, ребят, я там забыл паузу сделать, поэтому вот это вот все. Итак, я паузу остановил. Паузу нажал. 1, 2, 3, 4, 5. Вот все это успевает вывестись за 0,25 секунды. Так, а если я сделаю вот так? А, и, кстати, действительно, есть параметр. Приходит значение. Вот в этот вот фан 2. Так, ребят. Двигаемся. Вот, фан 2. Дыр. Это действительно, вот число у нас написано. 0,03. Это и есть как раз вот эти вот 29 миллисекунд, здесь чуть больше. А, через сколько смогла запуститься? Смогла запуститься эта функция. Вот мы вызвали спаун, и сколько же она ждала миллисекунд? Видите, каждый раз оно может немножко отличаться. Да, вот видно, что здесь числа немножко отличаются. В общем, как только смог Roblox Studio запустить этот фан 2. Так и запустил. Давайте теперь здесь сделаем паузу. Не паузе, как там? Wait. Wait. Эх. А минимальный Минимальная у нас пауза как раз тоже. 0.23. Давайте. Числа я сейчас, извините, от балды тоже сделаю. Так. Здесь поменьше сделаем. Здесь сделаем, например, каждые 3 секунды. Каждые 2 секунды запускаем не запутаться бы в этом выводе 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 5 так не перемешивается все идет по порядку не накладывается я хотел что-нибудь более интересное чтобы несколько этих фанов параллельно были запущены. фан 2 чтобы они были запущены несколько параллельно 2. Здесь, например, пауза единицы. Смотрим. Так, но ну я не вижу ничего, никакого здесь смешивания. Давайте я э, все последнее, что я здесь сделаю, я дважды этот спаун 2 заспауню. Вот так. Спаун 2. Вот что-то изменится у нас. Да, да, изменится. Вот мы видим, что... Смотрите, какой вывод. Я останавливаю, мы смотрим. 1-1, 2-2, 3-3. Значит, параллельно эти два спавна работают. А как можно эти спавны использовать? Не знаю. Например, вы запускаете сразу 5 ракет во врага. Непоследовательно, что сначала одну запустили, потом прошло вот эти вот 29 миллисекунд, потом еще одну и так далее. Вы можете сразу спавном запустить раз, два, три, ну сколько-то ракет. И они пусть летят, пусть а, все происходит. Так, ребят, давайте это мы Закомментируем. Идем дальше. Осталось немного. Тики, Тики возвращает количество времени в секундах с начала юниксовой эпохи. Эпохи юникса. Значит, сколько прошло секунд с 1 января 70 года. Ну, это зависит и от времени на локальном компьютере. На это что в локальном скрипте что и работает. А, помните, где-то я тут время выводил? Где, где, где я выводил? А, вот, elapsed time. А давайте будем выводить вот так. Tick запятая elapsed time. Давайте посмотрим, что у нас тут. О, сколько секунд прошло с этой эпохи? Кстати, вы знаете, как из такого большого количества секунд а, узнать, сколько прошло минут, сколько прошло часов, дней, потом месяцев и лет? Наверное, вы уже можете спокойно написать функции перевода секунды в часы. Так, time. Следующая функция time. Возвращает количество времени в секундах с начала текущей игры. Угу. Если игра не запущена, то эта штука будет возвращать 0. Но это уже значит а, именно с начала игры. Так, ребята, я уже дал тайм. Так, убираем все эти тики и лапси тайм. Вот давайте пусть у меня будет просто тайм. И посмотрим, сколько с начала игры произошло. 0. Теперь 2 секунды, 3,6 секунды, 4,6. Понятно. Вот с помощью тайма вы можете узнать, сколько секунд прошло с начала вашей игры. Type-of. Помните, я про type показывал в предыдущих. Чем отличается это type-of? Эта функция уже встроена не в Lua язык, а в Roblox. А в Роблоксе у нас типов а, а, значений больше. А, например, ну, здесь написано, что работает как обычный Луавский type. Я вам показывал там, помните, мы смотрели. Если число, то умножаем на 2. Если строка, то говорим о, это строка и выводим эту строку. А есть такие а, типы, как вектор 3, например, C-Frame, Roblox. Ну, давайте я быстренько вам покажу. Без цикла. Просто вот где-нибудь вот здесь встроенный функций, я просто напишу print. Возвращает он также строчку текстовую. Например, вектор 3 Ну, какой-нибудь вектор не важно, какой вектор. Нам же будет а, не значение вектора важно, а type of. Нам нужно вывести тип того, что мы передали в эту функцию type of. А мы передали туда вектор 3. Ну, должен так и напечатать вектор 3. Да, видите, с большой буквы вектор 3. Отлично. Кстати, опять показываю. На любой результат Печатаем и нам покажут, откуда он был напечатан. Щелкнул сюда, написано вот этим принтом напечатано. Щелкаем сюда, нам показывает вот этим принтом. Напечатано. Удобно, да, для отладки. Только помните, что вот эти принты, они на самом деле замедляют работу игры. Когда вы все отладите, все ошибки свои найдете. Нужно это все отключать. Так, User Settings. С помощью user settings можно получить объект. Ну, давайте я на словах расскажу. А почему на словах? Программировать я не буду, но покажу. Вот User Settings. Запустили когда игру, у нас есть меню, и вот здесь есть такие Settings. Да? Вот Settings. Но не только э, настройки для игрока. Там есть еще какие-то настройки. Вот их все можно считать с помощью... То, что вы здесь в меню кто-то игрок настроил, ваша программа может узнать, как же настроил игрок а, свои значения. Значения чувствительности там, мышки и так далее. Это все можно узнать, а, получив. Присвоив переменную, вызвать, например, вот так. А, кстати, ребят, можно, вот смотрите, видите, здесь подсвечивается User Settings. Нажали. И вот у нас написано что создавать нельзя такие объекты. У нас единственный есть такой объект user settings. Запросили, занесли его в какую-то переменную и можете иметь доступ. Так. Ладно, это тоже сложная тема. Давайте дальше. User Settings Version. Вот эта версия более важная. Помните, мы напечатали а, подчерк Version с большой буквы. Вот вот здесь во встроенных а, функциях и переменных Lua что-то делали. Так. А мы теперь напечатаем вот так Version. Я расскажу, чем же важна эта версия. Стоп. Где у нас тут? Версия наша ушла. Вот 0.378.029.058. А, да. Чем же она важна? Я уже вам много раз говорил, что когда вы из тулбокса берете какие-то скрипты или модели, у них часто устаревшие скрипты, которые не работают, которые поставили модель какого-нибудь фонаря там или гантели или гоблина, или какого-нибудь зубастика себе в игру. И у вас постоянно выскакивают красные ошибки. Вот если вы окошко output. Дело в том, что многие создатели серьезных, ну, не серьезных, ладно, новички, они не проверяют номер версии перед своим запуском, номер версии Roblox. Дело в том, что Roblox меняет какие-то свои функции, некоторые убирает, некоторые переименовывает. И, скорее всего, хорошо смотреть за тем, что хотя бы вот эта версия 378, ну, надо где-то в документации посмотреть, что значит, что хотя бы вот это число, оно было примерно таким же, как вы создавали эту игру. А здесь, наверное, билды, ну, вы знаете, наверное, что Roblox чуть ли не каждый день обновляется, и вот здесь вот это число все увеличивается, увеличивается. Вы можете сказать, например, если здесь будет число 500, то вы можете выдавать предупреждение игроку или пользователю вашего скрипта. Кстати, очень разумно выдавать не какой-нибудь баннер в игре. А если какой-нибудь новичок скачал чужую модель, запустил, а ему здесь выдается сообщение от автора, который сделал эту модель 5 лет назад. И ему здесь выдается сообщение: Дорогой потомок! <laughs> ну, не про высадку на Марсе. Он говорит, что этот скрипт был сделан для версии такой-то. Прошло уже много времени. Вполне возможно, что я работаю с ошибками. Вот как работал бы умный скрипт. А, ну извините, вот здесь все же расшифровано. Generation это текущее поколение приложение. Далее идет версия. Поколение, я так понял, что у нас 0, что ли, да? Вот 0. 378 это уже версия идет, текущая версия. Патч, там тоже нолик был. И комит это вот каждый день много комитов Это когда программист что-нибудь меняет, какую-нибудь строчку в Роблоксе э, у себя. Не в скриптах, не в играх, а вот в самой оболочке, там в серверах. То вот это вот меняется. Так, wait. С wait мы уже сталкивались. Вы знаете, что wait функция это подождать чтобы исполнение вашего скрипта остановилось на сколько-то секунд. И вот вы можете здесь указать секунды. И написано опять же, минимально, если ничего не укажете, то минимальная задержка будет 0,03 секунды. Это ну, вот то здесь написано 29 миллисекунд минимум. Вот. Так. Если не указываете никаких параметров, то weight будет Останавливать ваш скрипт на 29 миллисекунд. Значит, на 0.029 секунды. Варн, кстати, неплохая штука. Варн. Иногда, когда вы делаете много всяких принтов, давайте здесь принт. Можно сделать принт, но немножко другим цветом. О, видите? все принты идут белым цветом, а варн это как бы еще не ошибка, это предупреждение. Не красным цветом выдается, а оранжевым. А на самом деле работает точно так же, как принт. И никто вам не запрещает эти варны хоть в каждой строчке ставить. Дальше. Энумераторы. Ну, я просто покажу, что это такое. Объяснять тоже, наверное, не буду пока. Вот, и нам. Нам такая штука, из чего так, как же тут у нас написано? Ссылка на тип данных enam, в котором хранится все доступные enamы, которые могут быть использованы в Roblox. Вот мы пишем Enam. Дальше точку, и нам подсказывают, какие дальше идут. ENAM. Что внутри баттона есть? Смотр Jump. Думаю, не знаю, есть там или нет. Но вполне возможно, что какой-то Enam такой есть. Что за Enum? Ну, скорее всего, Roblox хранит вот эту строчку как константу, хранит как какое-то число для того, чтобы быстрее работал внутренний механизм сервер. В общем, ладно, не забивайте себе голову. Game. Про Game вы знаете. Game это у нас отсылка к игровой модели нашей игры, что это корень как бы корень для иерархии вот где у нас все находится игровые объекты и workspace у нас в гейме находится помните что если мы начнем печатать game.workspace и так далее это просто переменная в нее не хранится все это хранится вы должны запомнить тоже то же самое ссылка на плагины но плагины в игре вы не можете использовать. И написано, что эта ссылка только существует в контексте, если скрипт запущен из плагина. Вы в курсе, что вы можете плагины создавать, вот как свои игры, можете какие-нибудь удобные штуки делать, как плагины. Честно говоря, я до этого не дошел, и я не думаю, что у меня сил хватит для, своего, для изготовления плагинов, потому что их тысячи и тысячи уже сделаны на всякие улучшения удобства пользования Roblox Studio. Так, про шарит я уже вам рассказал. Это типа, а, как, чтобы переменная, шарит точка переменная, чтобы она была видна во всех скриптах, скриптах вашего, э, вашей игры. Так, скрипт. Ну, скрипт вы тоже знаете, что такое. Э, помните, да? Скрипт – это ссылка на скрипт, вот этот вот хоба, я его назвал, да, он лежит у нас в контейнере в папке сервер Scripts. Если я напишу, например, вот так, скрипт parent, то внутри выражения, точнее, <coughs> это ссылка на сервер скрипт. Точнее, ссылка на вот какое. А game.server script service. Так. Так у нас дальше. Workspace. Кстати, тут такой лайфхак, лайфхак если до сюда дочитать. Это ссылка на Workspace. Так что вы знаете, вы в своих играх можете не писать games, Game Workspace. Можно писать вот так. Просто Workspace. Вы, наверное, уже сталкивались. Даже у меня в каком-то уроке была, была такая ссылка. Workspace с маленькой буквой Это уже ссылка. Это равно вот этому. Game.Workspace. Вот так. Так что можно писать просто одно слово вместо вот Game or Space. Но, честно говоря, я вам все-таки предлагаю писать, начинать с Game. Тогда мы сразу поймем, что это иерархия, что это вот... Эх, показывает на корень. Ну что, на этом все. Что-то объяснил, на чем-то я уже засыпаю, где-то я, может, запутался. Э, можете задавать вопросы. Можете почитать сами документацию. Вот как отдельный урок, видите, это дополнение к первому уроку. Как отдельный урок это как-то ну, тяжело смотреть, а просто прослушать один раз и, может быть, найти какие-то полезные функции для себя, нормально. Я давно хотел рассказать про вот этот спаун, например, спаун функцию и дилей, очень полезные штуки. Ну и плюс вот на эти функции, которые вам возвращают время. Вот. Ну, на этом все. Ставим лайки. Что-то лайков вообще мало. На первом видео 120 лайков, а сейчас вот что-то, наверное, зажали лайки, но непорядок. Никакой монетизации нет на этом канале. Хоть лайки поставьте. Ладно, всем пока. Хороших выходных.